Привет! Сегодня 18 декабря, и сегодня ночью Святой Николай принесет подарочки Асе и Таюсе. Таечка, ты уже придумала, что бы ты хотела? Да, сюрприз. Сюрприз. А ты? Я бы, например, хотела книгу и какой-то красивый блокнотик, чтобы там рисовать. И, может, какие-то конфетки. Мы приготовили вот такие вот носочки, и сейчас будем их вешать, а мама будет нам помогать. У Тани тоже есть носочек. А у меня такой носочек, только тут он блестящий, и тут, но он красный. У Тани маленький, значит, подарочек будет поменьше, да? А у меня будет огромный. А я хочу тоже, чтобы у меня был огромный. У всех будет большой. А тут я старалась так из папиной футболочки такой носочек целый день шила. Да, ну давайте будем вешать, да? Нужен скотч, наверное. А тут есть такая штучка, на которую повесить. Ну так, а нужно же его как-то прицепить? Давайте скотч возьмем, да? А я знаю, куда это повешать. Давайте я отрезаю. Вот с такими кусочками. Держи кусочек скотча. Держи. Это я буду как носок. И ты держи. Ася. Оп. Так. А теперь я. Давайте вот этот большой сейчас прицепим. А я маленький пока. Ой, куда один лёг. А я буду все равно его вешать. А ну, почему-то оно в разные стороны, видишь, не красиво. А, ну мы сейчас, ну, так у нас будет. Ну что, давай. А я сама повешу. Я помогу тебе немножко, чтобы оно крепко держалось. Так. Надо еще закрепить, наверное. Ну, держи скотч. Держи. Эй, нет, аккуратно. Держи, аккуратно. Да ну Тая, не так. Держись. Я сейчас его прикреплю. Давай, Таечка, цепляй. Вот, ну, скотч не той стороной, Таечка, что ты делаешь? Не тот скотч, вот не тот скотч. Так. Все. Готово. А теперь спать идем. А ну. Все. А теперь спать. Вот так мы развесили наши носочки. А теперь, Тая, идем скорее спать. Чем раньше ляжем, тем быстрее получим подарки. Идем, побежали. Ладно.
которые пробуют в море сейчас. Вот это. Класс. Вот я закрыл. Мам, помоги закрыть. Класс. Также святой Николай принес мне книгу Джеймс Дэшнер «Бегущий в лабиринте». Ася, а ты потом поделишься со мной с конфетами? Еще неизвестно, а просто вот этот журнал красный. Так, давай про него посмотрим. Давайте откроем какие-то конфеты. И такая конфетка большая. Сейчас раскрываем нашу большую конфету. У меня, оказывается, в динозаврах есть звуки динозавров. Ася, представляешь? Вот она, находится наша конфета. Представляешь? У меня динозавров есть звуки. Класс. А теперь давай какую-то возьму. Так, нет. Я взял какую-то. Так, ты не завтракала, не есть конфеты. Николай, спасибо огромное за подарок. Нам всем очень понравилось. И сейчас мы с Таей идем завтракать, чтобы поскорее кушать конфетки. И играть в свои развлечения, которые Святой Николай подарил. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на наш канал. Пока!